БК «Московский» сыграли с «Инанома» 84-59. Рядом со мной стоит Иван Микаев из «Инанома». Иван, добрый день. Расскажите, как прошла эта встреча? Да, здравствуйте. К сожалению, настраивались на эту игру очень сильно. Настрой был у всех боевой. Но в первой четверти, в первой половине все получалось, но потом как-то организация нападения у нас упала. Соответственно, морально чуть подсели, и, к сожалению, вот такой результат у нас получился. Как вы думаете, что стало ключевым фактором, почему не удалось вам догнать соперника? Наверное, просто чуть-чуть организации. Просто из-за организации в нападении не получилось, соответственно, и морально подсели только из-за этого. Как вы оцениваете свои действия сегодня? Оцениваю действия положительно, как только положительно. Соответственно, ну, конечно, да, один момент не получился, там пару моментов. Но так будем стараться делать лучший результат. Спасибо. Удачи вам в дальнейших играх.